Вот такой лук вырос у нас тут на балконе за 2 недели. Хвастаться, конечно, нечем, но, как говорится, сколько есть, столько есть. Сейчас могу высоту измерить. Так. Сейчас высоту измерим. Рулетку приготовил. Ну вот, можете посмотреть. У нас тут получается 23 сантиметра. Можно, конечно, его съесть, можно оставить. Так, тут вот у нас растет дыня, не знаю, чем закончится, цвести пока не начинает. Здесь вот тоже растет дыня, не знаю, что будет или нет. Здесь вот у нас 3 корешка, а здесь вот у нас выросло, не знаю, что, то ли это морковка, то ли укроп. Погода у нас дурацкая, всю дорогу льют дожди. То дожди, то жара. Ладно, конец.